Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и сегодня мы с вами будем играть против сержанта и шамана Вуду. Надеюсь, у нас получится. Вперед. Так, у меня один пирс. Прыжок. 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 Честно говоря, я и забыл, что-то надо делать. В общем, тут опасно, смотрите. Прямо рядом с водой, и можно легко утонуть. Отлично. Цель обнаружена. Так, сержанта надо бить. Хорошо, давайте бить сержанта. Даже не знаю, как лучше встать. Прыжок. Вот тебе. Вот тебе. Давайте вот так оставимся пока что. Да, сэр. Блин, он лечится еще. Я так понимал, лучше блок поставить. Так, хорошо, поставлю блок. Круто он. На лету. То есть на лету сразу можно использовать веревку. Это круто. Да, поторопился. Не знаю, охранников кинем. Может быть, они помогут как-то. На всякий случай, на удачу. Вот ты промазал. Ау. Ты погоди у меня. Огонь. Вот тебе. Ничего, нормально. Так, позже. Не попал. Ау. Цель обнаружена. Так, окей, жарим, так жарим. Я надеюсь, я его дожарю. Ай. Цель обнаружена. Так, хорошо. Блин, неудобная позиция какая-то у меня. Здесь получится. Блин, немножечко. Урон от огня или от яда? Урон от огня было бы круто, кстати. Или от яда. Да-да-да, надо подумать над этим. Сержанта бы уже добить. Не попал. Цель обнаружена. Кинуть Прыжок. Коктейль. В принципе, главное добить сейчас его. Неважно как. Бой. А, еще демонов бы затравить, было бы супер. Да чтоб тебе. Надо было кинуть коктейль. Ладно, попробую. Попробую просто дожарить его, что ли? Попробую. Ну-ка, ну-ка. Прыжок.
Ладно, жертва собой, я думаю, я его убью сейчас. Демонов затравил. Успел, успел все-таки его отравить. Все, бомб-то сейчас не будет, я так понимаю. Это кто меня так кинул? Вот тебе. Демонов надо бить меня по одному разу, и они телепортируются, то есть там с автомата, с УЗИ их не возьмешь никак. Один выстрел, и они сразу телепортируются, я так понимаю. Прыжок. То есть нужно на мощь бить. Вот тебе. Прыжок. Круто, шаман Вуду. Так, ладушки. Блин, это же мои, по-моему, охранники. Нормально. Эффективно, кстати, этим ружьем их бить. Я думаю, у нас получится добить. Неплохой босс, в принципе. Не сложный. Джуди Хопс. Молодец, неплохо играет. Я бы сказал, хорошо. Ну а что делаем? Давайте посмотрим, как он будет прыгать. Крутяк. И утоп. Он, в принципе, не может утонуть. Он постоянно появляется. Блин, может быть блок? Вот тебе. Ты погоди у меня. Хорошо, сейчас брошу блок, иначе... Иначе они опять вылечатся. Окей. Попробуем дожарить. Эй-эй-эй-эй. Так, надо подойти поближе. Надеюсь, ты умрешь. Блин. 3%. Тс, бывает же. Блин, я еще живой пока что. Лучом. Ну-ка. Добьет, нет? Ах ты ж, блин. Ладно, я его попробую добить. У меня есть один вариант. Чтоб тебе, блин, сколько там ловушек-то у него. Цель обнаружена. Бой, не попал.
Дурацкие ловушки. Ты погоди у меня. Промазал. Шанс все-таки у нас пока что есть победить. Хочу затравить. Да, сэр. Прыжок. Так, что мне там еще осталось? Давайте кролика будем жарить. Жареный кролик. Опять 3%. Невезение. Блин, дурацкий кролик их лечит. Ах ты! А сейчас повезло. Как говорится, черная полоса, черная полоса и белая полоса. Вот сначала была черная полоса, что нам не получилось. 3% опять. Не процента, а хп. Так, у меня же еще телепорты есть. Здесь тут ловушек нету. Пока что живой. Сейчас демона добьем. Немножко осталось. Достали лечиться. Немножко осталось у капрала. Shift. Бульк. Ускорить прицел. Ясно. Сколько их осталось? Два демона. Ребятки, думаю, мы должны справиться. Очень хорошие советы от Джуди. Прыжок. Так что советую, ребят, поучиться у него. Мне кажется, он неплохо играет. Бой. О, ай. О, прыжок. Месть. Да, сэр, прыжок. Прыжок. Так, короче, делаем вот так. Попаду, нет, отсюда интересно. А все закончилось. Чем мне тебя бить, интересно? Чем-нибудь мощным? Блин, ступил. Вот тебе. Ох ты, нифига себе удар. Вот тебе. Ну-ка, ну-ка. Немножко осталось. Прыжок. Вот тебе. Прыжок. Все, последний демон остался. Есть. Прыжок. Ну-ка, ну-ка. Можно даже подлечиться. Прыжок, 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 прыжок.
просто я блок, наверное, поставлю. Так будет получше. Блин, опять меня... На те же грабли наступил. Да, сейчас мы его уже добьем, я думаю. Осталось-то. Прыжок. 337. Так, давайте уже бить его. Я даже не знаю, чем тебя бить. Да уж. Нормально. 115%. Погоди, у меня. Промазал. Ну хоть в чем-то я был прав. Прыжок. Так, динамит Джуди Хоп скинет. Давайте посмотрим. Прыжок. Прыжок. А, можно так. На вертолетиком придется полетать за ним. Ну и самое банальное, ребятки, я думаю, добивание. 2%. Ты погоди у меня. И теперь самое-самое последнее ответственное. Вот так вот. Круто, ребят. Мы завершили. Черная шапка Йети нам дали. Ну, неплохо. В общем, ставьте пальцы вверх, ребят, если видео понравилось. Также подписывайтесь на канал, кто не подписан. С вами был Дариди. Вот. И Джуди Хопс. Было очень круто. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.